Начали. С какими предметами часто показывают фокусы? Кубики. Какие цветы продают весной? Господи, фиалки. Где устанавливают удобные кресла? В VIP-ложах. Кого разводит подмосковный фермер? Огурцы. Семена каких растений едят люди? Семечки. Какую одежду не гладят утюгом? Джинсы. У какого растения темные семена? Кактусы. Что? У какого растения темные семена? У семечек. Какой чай пьют, чтобы успокоиться? Индийский. На каких документах не нужна фотография владельца? Ни на каких. Поехали. Что бывает кисло-сладким? Вино. Что фаршируют? Перец. Капусту. Кому на работе мешает солнечный свет? Начальнику. Что в природе гладкое на ощупь? Женщина. Какие бывают ящерицы? Австралийские. Что бывает ручным? Ручка. Какие бывают ящерицы? Степные. Что бывает ручным? Собака. Какой головной убор снова стал модным? Пирожок. Что в природе часто меняет цвет? Птица. Какие бывают экзотические головные уборы? Банджо. Как называется улица, где жили ремесленники? Ремесленническая. Что можно очистить? Стол. Какие бывают экзотические головные уборы? Колечко. О ком поется в русских народных песнях? О бабке. О бабке. Отлично. Уложились 15 секунд. Проверяем ответ. Что дачник подбрасывает в костер? Пепел. О ком поется в русских народных песнях? О Василисе. Это вам не бабки какие-то. Это все-таки Василиса. Поди прекрасная. Проверяем ответы. Кто или что бывает в переплете? Тетрадь. Что мешает проехать по дороге? Обочина. Чем тушат пожар? Шлангом. Кто перетаскивает грузы вручную? Бобры. Чем тушат пожар? Шлангом. Что измеряют в процентах? Работу. Что случилось с кроссовками? Порвались. Сгорели. Что это спасибо, было? Спасибо, Роберт! Как, все, что ли? 20 секунд закончились. А вы не скажете, что 20 секунд? 20 секунд? Да? Все это так быстро? Конечно. Проверяем ответы.